Так, у меня наступает время закваски капусты. Нашла простецкий рецепт. Очень все просто. Мне уже интересно, как она на вкус, эта капусточка. В литре воды растворяется 2 столовые ложки соли. Вода холодная. Пока она там тает, я нарезаю капусточкой. И сказали, морковки совсем немножко. Вот я сделала половину морковки. Сейчас попробуем. Капусточку я уже порезала. Вот такая она, не очень крупная и не очень мелкая. Сейчас добавлю сюда половину морковки и можно будет утрамбовать в 3-литровую бутыль. А потом будет следующая часть: капусточка и морковка. Полбанки капусты, как раз один кочан. Я утрамбовала с морковкой эту капусточку, очень даже замечательно. В общем, у меня здесь где-то 2,5 килограмма капусты, так что сейчас еще я доделаю второй кочан, как раз будет 3-литровый бутыль. Все, продолжаем.
так что можно добавлять. Поехали. Вода с солью полностью наполнила банку. И нужно оставить теперь ее на 5 дней. Пускай она квасится. Банку я ставлю на тарелку, потому что вода, судя по всему, будет сок вытекать из баночки. Поставлю ее в теплое местечко, на кухне, под присмотром, как говорится. Каждый день надо будет выпускать газики. Буду показывать. Ну а потом попробуем, что получилось. Ждем 5 дней. Капуста получилась, и она настолько вкусно получилась, что я даже не ожидала. Я готовлю сейчас светвечер, вареники, и моя капуста заквашенная пойдет на вареники с капустой. Так что я ее сейчас буду тушить и отправлять в вареники. Очень хороший рецепт.